А ведь говорила же бабушка, не будь террористом. Итак, друзья мои, суд в Чехии приговорил к 20 годам тюрьмы 27-летнего Лукаша Новачика за участие в войне против Украины на стороне российских наемников на Донбассе. То есть сейчас это не первый приговор, это уже и не второй, и не третий. Сейчас такие приговоры пошли буквально пачками. И они касаются лиц, граждан стран Евросоюза, которые в свое время повелись на российскую пропаганду, на вот этот весь глупый трёп о мальчиках в трусиках, прибитых каким-то там доскам и так далее. Помните вот эту всю пропагандистскую чепуху? И на некоторых людей, которые одержимы, скажем так, идеей Великой России, славянского братства и так далее, и так далее. Это дело подействовало. Они поехали воевать в Украину, против Украины, де-факто становясь наемниками российскими и убийцами. А как известно, это все считается военным преступлением, не имеет срока давности, их постепенно отлавливают. И вот приговаривают к таким вот большим срокам. 20 лет, подумайте, он прожил всего 27 лет, а следующие 20 лет он проведет, этот новачик проведет в тюрьме. Просто потому, что он, дослушавшись российской пропаганды, сделал в свое время неправильный выбор и поехал на Донбасс, в Украину, убивать украинцев. Ну, тут как бы все по делам.